Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов встретился с представителями профессиональных учебных заведений Колымы. Мероприятие прошло в стенах библиотеки имени Пушкина. Участники встречи обсудили старт нового учебного года и дополнительные специальности для студентов. С 1 сентября учеба началась во всех учреждениях региона по 63 направлениям. Это необходимость создания, конечно, высококлассных, профессионально подготовленных рабочих профессий, потому что без этого сегодня невозможно, экономика не может развиваться. Потребности, конечно, они колоссальные на территории Магаданской области. И тот объем даже на сегодняшний день, хотя увеличивается, и новые компетенции там открываются. И в этом году открылись новые компетенции. Конечно, то, что касается для экономики Магаданской области, это пока является недостаточным. В этом году учебные заведения региона дополнились рядом новых специальностей. Так, в Магаданском промышленном техникуме теперь колымчане могут освоить профессию мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. В горно-строительном колледже дополнительным направлением стала физическая культура. Изучить земельные и имущественные отношения теперь можно в Ольском филиале Магаданского политехнического техникума. Также учреждение возобновило получение специальности «маркшейдерское дело». Всего на первые курсы очной и заочной формы. В этом году принято 3700 юношей и девушек.